мероприятие, на самом деле, конечно же, супер, потому что это Сингента, и Сингента не могла сделать плохо. Но на самом деле, в сегодняшний формат, я хочу сказать, что Сингента попала просто вот в 10 из 10. Потому что на самом деле уже аграрии в нашей стране, они за эти годы их немножечко разбаловали. Очень много мероприятий, дни поля проводятся, различные семинары, круглые столы. И этот формат, он уже немножечко так, знаете, приелся. А компания Сингента сделала ход конем. Она пригласила руководителей, главных агрономов с семьями и с детьми. И вот этот формат на самом деле самый классный, потому что ну, руководители расслабились, агрономы все такие важные люди, которые в теме, они в своей тусовке здесь общаются, и у них не болит душа о том, что дома остались жены, дети, которых, ну, как бы они, получается, не уделили им внимания, да? А здесь для детей анимация, дети заняты, дети счастливы. И руководители, вот люди, которые в своей тусовке собрались, они расслаблены, они общаются спокойно, и вот, вот в такой атмосфере лучше всего вот это все воспринимать, усваивать эту информацию. А что касается деловой части, какая-то секция или презентация вам вот можете выделить, что особенно понравилось? Да, я еще сейчас немножечко добавлю. На самом деле, вот что мне понравилось, что именно собрали людей, что называется, из одной копны. Именно я так понимаю, что критерий отбора был, это соеводы, да, соевые хозяйства. Да. Поэтому здесь я вот даже так с одним пообщался, человеком с другим, там с кем-то познакомился. И все в теме. Не просто руководители с разных хозяйств, а именно вот точечно. Вот именно про сою, именно про семена, именно те, кто уже давно выращивает, кто хочет глубже копнуть. Вот это вот было супер. Да, и это вот тоже, я считаю, что все-таки нужно проводить мероприятия именно по темам. То есть одна какая-то культура, и даже в рамках этой культуры одна какая-то тема. Либо гербицидная обработка, либо защита семян, либо там у нюанса уборки, что-то вот такое. Ну, так что вот в этом плане супер. Да. И я встретил здесь даже своих клиентов, да, своих друзей, знакомых, и мы вот просто, ну, как дома. Вот действительно в семейной такой обстановке. Очень здорово. Спасибо. Спасибо за приглашение, да. Спасибо большое. А все-таки какая тема понравилась особенно? Ой, особенно мне понравилась стенд с термоградиентным столом, ага. Да, где именно наглядно показаны высажены редки сои, угу. И в различных температурных условиях вот именно видно, как работают препараты. Вот именно ваш Vibrance, да, новая новинка. Vibrance Gold, да. Vibrance Gold, да. То есть видно, что как нам объяснили, дали температуру, все семена, они набухли, да, начали прорастать, и тут резко создали стрессовые условия. Да. И вот в таких условиях сразу видно, для чего нужен хороший препарат, там, фунгицид и так далее. Там. Да, вот это вот, конечно, очень понравилось. Ну и стенда еще понравилось с типичными ошибками. То есть с расстановкой семян, с глубиной посева, с неравномерностью всходов. То есть объясняют именно нюансы. Потому что ну, кто-то из великих, из умных сказал, что мелочей не существует. Что да, мелочи ничего не решают, мелочи решают все. В мелочах все закопано. И вот именно вот здесь мне понравилось, что очень глубоко, и вот эти нюансы, они, ну, это то, вот чего, на что нужно обращать внимание. Да, вот это вот понравилось. Мы предлагаем вам применять передовые научные разработки компании Сингента и достигать самых высоких результатов.